вот мы нашли тут такого волка. У него даже в пасти тут что-то находится. Со всех сторон покрути. Красавец. Это будет жезл. Я его высушу, отполирую. А это наш любимый пляж. Вот я его познакомил с местом красивым. Мы тут с Большим Алексом, вот на этом месте. У меня есть какое-то видюшко, где тут мы лежим. Тоже дегустируем. И пляж, конечно, вот. Название не буду говорить, потому что, чтобы нехрена сюда лишним, как говорится. Ну, а название труднопроизносимое даже, в конце концов. Вот. Уже дом выстроили. Ну, такое фартовое место, как говорится. Тишина. Читать здесь можно, отдыхать. Целый день можно проводить. И это все в черте города. Вода летом может нагреваться до 15-20 градусов. И такое убаюкивающее. Острова Буяна. Ты возле, да? Что ты скажешь про воздух? Я влюблю палку. Что ты скажешь про воздух? Вкусный воздух. Вкусный воздух. А какой у нас этот парень получился? Отлично. Настоящий. Ух ты. Это Путин. По-волчьи выйти. С волками. Жить по-волчьи выйти. Ну вот. Волки вот. Сегодня у нас какое число-то? 11. 11 чего, февраля? Ё-моё, 11 февраля 2023. 11 февраля. Суббота, что ли? Угу. Суббота. Но. Музыки не надо даже подкладывать никакой. Сама по себе музыка здесь вот. А ты вон корягу пропустила, лежит красивая. Все, у меня уже одна есть. Одна есть? Да. Смотри. О, сколько коряг. Ну да, я сейчас буду камни собирать. Камни? О, камни у нас это наше все. А тут пляж, конечно, меняется время от времени, приливы, и вот тут много всего. Потом к лету расчистится, народ будет приходить, загорать. Вот тут он будет загорать везде. Ну, немного народа. Поляну будем зачищать. Ирин, смотри, какая палка-то вот ровная, большая. Во, лежит. Возьми ее. Какую? Вот, вот, прям вот лежит. Вот это? Да. Ну посмотрим. Какая она? Это лук. Это вообще даже лук. Да. Нормально. Можно как ты грамотно сразу определила, что это лук? У меня два сына, ну что? Как лук? Да, точно лук. Все так просто. Высушил и лук. Можно вот сюда подойти. Donated to Saanich Parks by the family in love and memory of Margaret and Sydney Glendinning. 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 Почти как Хлиндинин. Глиндининг. Always Islanders. Навсегда островитяне. О, married 62 years, прожившие в браке 62 года. Маргарита и Сидней Глинденинг. Вот. Фундаментально. Просто бревно. Зато как хорошо. Маргарита и Сидней подарили нам. Ой. Хочу, чтобы в России тоже, в таких красивых местах, там много всяких, на реке Вороне,
на Хапре, на Волге. В укромных местах люди ставили бы лавочки в память о своих близких, родных. Это самая лучшая память. Не кладбище, а вот такие лавочки с прекрасным пейзажем. Вот это замечательно. Для всех наслаждение и поминание. Ну, конечно, он идет вот там. Счастливый. Happiness. What's his name? Donut. Donut. Вчера целый вечер рисовала, и мы решили в знак особой любви к природе поставить определенное место. Вот она выбрала этот закоулочек в природе. И теперь сердечко, где оно? Вот оно. Вот она там. Это чисто наша индийская тема. Мы, индийцы, обычно так делаем. На камнях рисуем сердечки, или рога и копыта, или черепа. Черепами мы обычно предупреждаем, сюда ходить нельзя, с них башка попадет. Вот уже весна начинается, верба. Вот, когда у нас там вербное воскресенье? Скоро. А у нас уже верба. Вот так. Двигаемся дальше. Верба. Ой, смотрите, какая. Пушистики. Пушистая, красивая верба. Камень Перуна. Пришли, поздоровались. И вокруг него 8 ангелов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот он, 8. Я с ним поздоровался сегодня. Мы тут ходим. Вот тут вот ступенечки, тут можно сидеть, наверху можно сидеть на нем. Дерево прикрывает от солнечных лучей. Такой создается естественный тенечек, но тут тоже солнышко нагревается, все. Иришка ходит. Там очень высоко на самом деле. Да? Не смогла? Не смогла, а то через два ствола. Ну ладно, пойдем, найдем другую дырочку, куда ты можешь заглянуть. Ну вот шмакли болотно, это, конечно, круто. Так, ты там стоишь? Ну, голову поверни. Вот так вот красиво. Грудь вперед покажи. Вот так. О! Красотеево. А вид-то хороший сзади. И вид хороший сзади. И спереди тоже хороший. Но вот когда сбоку, вообще просто красиво. То есть ты, как сказать,
подчеркиваешь великолепие данного парка, данного леса. Особенно подчеркиваешь великолепие этих фундаментальных тысячелетних камней, которые лежат здесь еще от царя Гороха. Остров Буян, царство славного Салтана. Thank you.